На календаре 11 июня. 11 июня 1961 года из города Куйбышева, так тогда называлась Самара, на покорение Целины отправился поезд с очередным отрядом молодых добровольцев. К слову, в общей сложности медалями за освоение целинных земель, которая продолжалась больше десятка лет, было награждено около 1,5 миллионов советских граждан. Вошло 11 июня и в историю покорения космоса. В такой же летний день 1985 года советская автоматическая межпланетная станция «Вега-1» приблизилась к поверхности Венеры. Спустя несколько дней к ней присоединилась станция «Вега-2». Ими была проведена серия научных исследований и экспериментов. В частности, удалось изучить атмосферу и поверхность планеты, примерный возраст которой ученые оценили в несколько сотен миллионов лет. 11 июня в разные годы были рождены советский и американский киноактер, кинорежиссер, сценарист Олег Видов, известный российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, актриса театра и кино Евгения Крюкова, белорусский певец Дмитрий Колдун и другие известные люди. В народном календаре сегодня Феодосия Колосятница. В это время, как правило, начинала колоситься рожь и появлялись первые грибы-боровики. Наши предки связывали с этим днем несколько поверий. Так считалось, что когда зацветает рожь, нельзя белить холсты. А детям на Феодосию Колосятницу запрещалось скакать на досках-качелях. Говорили, что в это время земля тяжела, а потому любые прыжки могут причинить ей вред. Таким был в истории 11 день июня. Прекрасного вам настроения и исключительно приятных встреч!